Минск, привет! Вдарим по року сегодня! Поехали! Никогда доселе никто не делал такого мероприятия, чтобы в одном концерте звучало три известных мировых группы, роковых групп. Такого не было. Впервые президентский оркестр на стадионе «Динамо». Впервые это делается в виде необычного концерта, а настоящего феста. Впервые мы постарались донести до наших зрителей то, что ощущение восприятия музыки, в целом рока, может быть немножко другим в симфоническом исполнении. Это первый камешек в то, что мы планируем сделать ежегодно. Зрители, заходя на стадион, имеют возможность быть абсолютно где угодно, на поле, на трибунах. Они абсолютно свободны в своих перемещениях. Зачем мы это делаем? Делаем в первую очередь для того, чтобы для наших жителей столицы, и не только жителей, но и для наших гостей, была возможность посетить по-настоящему открытый open air, открытый фестиваль. Для Минска вообще необычно, что такое организовали. Мы на концерты ходим, вон растет рокер будущий, поэтому... Ну, главное, чтобы людей было много, чтобы у людей было хорошее настроение, и все. Будет хорошее настроение, будет отличный фестиваль. Если будет продолжаться дальше, ну, прекрасно. Понравилось, что люди все с настроением. Много людей в майках. Ну, вот это вот да, что много людей в майках, что люди подготовились. Очень здорово, что можно сюда вот выйти, прямо на поле, вот прям проникнуться этой атмосферой, пофоткаться. Отличная атмосфера, ожидаем море впечатлений, море музыки замечательной. Ну и хотим потанцевать. Мы, во-первых, два пенсионера со стажем. И в последнее время многие концерты посещали. В основном классические. А тут решили после дачи тряхнуть стариной. Пусть дача отдохнет. А мы будем расшатывать трибуны. Пусть будет праздник. Everything, Ravitsa, everything. I love Belarus. I love Minsk. Super people, food. Еда, люди. Девушка. Girls. And rock and roll. И рок-н-ролл. Правда. Что у рока нет границ, и он объединяет все нации. Can we say that rock and roll does not have any borders and that unites all the nations in the world? It's my philosophy. Это есть моя философия. Чтобы сказать. Rock and roll is the universal language. Рок-н-ролл, я считаю, есть универсальный язык. It should have no political affiliations. И не должен подвергаться никакому. Rock and roll is for the people, not the politicians. Рок-н-ролл для простых людей, не для политиков. It's for people. It's for the heart, людей, for the душа, the soul. This is important for people, not the politics. Политика не имеет к этому никакого отношения. Move your mouth, body control, yeah, yeah.
Настроение, как всегда, прекрасное, когда мы приезжаем в Беларусь. Нам очень нравится. Ожидания, ну, в принципе, мы спокойно сюда приезжаем, потому что знаем, что здесь работают высококвалифицированные сотрудники. Мы играем при поддержке президентского оркестра Беларуси, и для нас большая честь играть с такими профессионалами, поэтому мы здесь не боимся, у нас никаких сомнений нет, что все будет сыграно идеально и прозвучит все на должном уровне.